Теперь Венесуэла. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо признал, очередное восстание провалилось. Самопровозглашенный президент Боливарианской республики вынужден был констатировать, он и его сторонники переоценили поддержку со стороны армии. В интервью газете «Вашингтон-Пост» Гуайдо согласился с тем, что его призыв к военным перейти на сторону оппозиции не нашел отклика у основной части вооруженных сил. Лояльные Николасу Мадуру подразделения без труда остановили уличные протесты. Напомню, во вторник в Венесуэле произошла новая попытка госпереворота. Гуайдо сначала объявил, мятеж поддержала армия, однако выяснилось, оппозиционер выдал желаемое за действительное. На его сторону перешла только небольшая группа военных. В результате столкновений протестующих с вооруженными силами в районе авиабазы в Каракасе были ранены десятки человек.